Victor Phan Xing, Tong Jiang. Чемпионы мира 2006 года. Любопытно, что на этапах серии Гран-при они, по-моему, еще ни разу не побеждали. По крайней мере, в последние три года, это уж точно. Вот так-так. Под музыку «Масные катаются», им Николай Морозов поставил эту программу. Ох, как же эта музыка подходит для фигурного катания, особенно для парного и особенно для короткой программы. Уникально. Есть в ней какое-то дыхание, как будто вот каждый шаг идет в этой музыке. Потрясающе откатались Цинпанг Дзянтонг. Не знаю, хватило ли им оборотов в первом сегменте комбинированного вращения заключительного, но это и не так важно, потому что своего тигра они уже получили. Если его, конечно, сейчас дети не раздерут на кусочки. Красиво получается прыжок. Может быть, он не так параллелен, как мы привыкли в нашей ленинградской школе. Амплитуда у партнера чуть больше, у партнера чуть меньше, но они такой оригинальной траекторией его прыгают, что выглядит это очень гармонично. Смотрите, какой выход будет из поддержки. Нет, не увидим мы этого. Ну и ладно, выход был отличным.
и оригинальным, и мягким. Думается, что этот турнир должен им наконец уже достаться. Столько раз они выступали на этапах серии Гран-при, но даже на родном этапе у них все время Сюшень и Мудао выхватывали победу. На других этапах все время им приходилось соревноваться, и даже на азиатских играх они заняли второе место. Просто серебряная пара какая-то. Если бы они не стали чемпионами турнира четырех континентов в 2002 и 2004 году и чемпионами мира в 2006, то можно было бы их даже пожалеть. Но не в этот раз. Соревнования пар, однако, у нас на этом подошли к концу. И после выставления оценок у нас будет перерыв где-то минут 20-25 до начала короткой программы у девочек. О, сказали китайские болельщики. Да, 37 баллов. На 3 балла больше, чем у американцев. Еще на 3 балла больше в компонентах. И они комфортно лидируют с результатом 65 баллов, что на 6 баллов превосходит лучшее достижение американцев. Если бы они еще немножечко докрутили...